Здравствуйте, друзья! Сегодня видео очередное про паяльники. Значит, пойдет разговор про вот такую модельку, которая в серии вот этих вот паяльников, ручная регулировка, электронная регулировка температуры, значит, без выключателя. И вот в эту модель добавлен кнопочный выключатель, что делает ее, конечно, удобней. Мне попалась, ну, вещь такая с дефектами, паяльник, вот, то есть плохие контакты, температуру он с большой погрешностью выдерживает. Это не только там по каким-то терморегуляторам видно, то есть мне где-то плюс 100 градусов надо больше выставлять, чтобы он более-менее паял. Но я думаю, это не системная такая ошибка, а конкретно моей модели. Поскольку вот в этих двух других моделей этого нету, а очевидно, что они, в общем, ноги у них растут из одного места, да, как у некоторых руки. Вот, и, соответственно, управление точно такое же, как у предыдущей, более низкой модели. Значит, первоначальное нажатие двух и удержание кнопок до включения питания, потом включение питания, отпускание кнопок приводит нас к установке, или вернее выбору, в каких единицах будет отражаться температура в Фаренгейтах или Цельсиях. Ну, мы все к Цельсиям привыкли. И второе, что можно в этом режиме выбрать, тип нагревателя в зависимости от мощности. Иногда это показывается, какой нагреватель выгравировано на керамическом нагревателе. Иногда этого нет. Значит, и потом, если вам температура не нравится, вы можете, какую показывает, нажать и войти в регулировку температуры. И, соответственно, там установить. Проконтролировать можно термометрами с термопарой, потому что все-таки температуры достаточно большие, это вот типа таких. Я проверять не буду. Ну, во-первых, это мало чего дает. Вот. Во-вторых, я сказал, что в этом, вот этот у меня достаточно точный показывает, вот этот нет, но паяю я все равно сейчас вот этим, поскольку, ну, в практике, когда паяешь, уже выставляешь себе раз, там, оп, там не нравятся те температуры, как подплавляет припой, ты там ее увеличиваешь, доходишь до той температуры реальной, да, а не которую показывают, которая тебе комфортна именно вот в пайке. Ну, примерно, да, как вот в этом. Вот в этом выставив один раз температуру и в следующий раз трогаешь, когда тебе она становится некомфортная. Вот. Но это только вот я так полагаю, я надеюсь, исходя вот из этих двух, да, что это мне просто попался такой с дефектом паяльник. Вот. И второй важный момент, я сейчас здесь его озвучу. Ну и когда буду 100% уверенным быть, да, я тогда прям отдельное видео сделаю. Это вот такие вот необгораемые жало. До этого все, что мне китайские недорогие попадались, это были условно необгораемые, да, их хватало на неделю-две, максимум пайки, и они выгрызались или облазили. Ну, вот это вот и с гравировочкой, и в коробочке, и, ну, не сказать, чтобы прям очень дорогой, то есть в пределах там 100 с чем-то рублей, вот, стоит такое жало. Ну и вот уже месяц я им пользуюсь, и оно у меня, ну, в таком, в хорошем состоянии. В общем, если так дальше пойдет, то, ну, вначале я перейду на эти жало. Давайте отвернем, посмотрим. А потом, может быть, и на более дорогие, там, на 200-300 рублевые. Вот. Оно уже там с этой, с гравировкой. Сейчас попробую. Так, сейчас, секунду. Сейчас я увеличу. То есть вот такое вот жало. Сейчас наладим резкость. И вот видно, там есть даже гравировочка. О, до сих пор осталось после месяца работы. Ну и вот видно, что оно достаточно в таком
месяц я достаточно много паяю, практически ежедневно по несколько часов. Иногда забываю выключать, то есть на 350 градусах оно остается на почти на 12-14 часов, и вот оно в достаточно приличном состоянии. Это уже радует. Вот, ну посмотрим дальше, что будет. Сейчас еще получится у нас. Вот такой жал. Если оно подтвердится, то я сделаю отдельное видео. А сейчас пока ссылочку дам. Но жало, да, достаточно хорошее. Мне, во всяком случае, понравилось. И я себе несколько штук таких взял. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. На этом видео заканчиваю. Про следующий паяльник в следующем месяце я его заменю. Ну, для постоянной работы. Или вот последнюю ихнюю модель в этой серии. Это еще с функцией сна. Когда там через какое-то время, если им не пользоваться, да, он будет уходить в такой в режим щадящей температуры. Вот. Или перейдем на другие типы паяльников. Посмотрим, что там, как приедет ко мне. Вот. Ну все, до новых видео. Паяльники для нас это важно.